Да, почти тут. Привіт, друзі, на каналі Зіркови. Я страшенно скучив за вами після тривалої розлуки. Сьогодні у нас дуже особливий і суперечливий гість – Дмитро Гордон, до якого у мене дуже багато питань. Подивимося, що він відповість. Було ли таке, що ви… Було. Сколько раз? Неоднократно. Хамил Елене Бондаренко. Тупая курица, ватная. Вы знаете, первые два месяца каждый день водку пил. То есть, если говорить никому не рассказывал это. Я помню, вы говорили, что у вас есть номер телефона Ахметова, и вы можете в любой момент... У меня есть номера телефона Вика Коломойского. У многих у меня есть номера телефона. Я могу в любой момент набрать любого. Можно сейчас? Я хотел спросить, потому что вы завжди своих героев просите говорить російською. Да. А якщо я вас попрошу говорити українською? Я буду говорити українською, але я попрошу говорити російською, тому що нас подивиться втричі, вчетверо менше людей, ніж подивилося б, якщо ми розмовляли російською мовою. Нам треба бути услышаними везде, де розуміють русский язык. Це дуже важливо, нас повинні слышати. Ну, я буду розмовляти деколи одеською, давай. Деколи українською. І якщо у мене будуть такі питання... Будь-які. Мені будь-які. Можна, у мене контузія. Будь-які. Як ви? Як всі, як країна. А морально? Морально на піднесенні, тому що наші б'ють ворога. Ну це так. Це було очікувано, але що це буде відбуватися саме так, так потужно і так швидко. Перше, що я хотів спитати, ви часом не родич Олександра Гордона? Чому я питаю? Тому що я бачу ваше інтерв'ю з Пугачовим, і тому я питаю, родственники ли ви? Не родственники, і навіть не однофамільці, тому що на самом деле Олександр Гордон не Гордон. Його фамілія по отцу, а отець цю фамілію взяв, це не його фамілія теж. А вот у меня было интервью с Александром Гордоном, и он мне подробно рассказал о том, как все произошло. То есть Александр Гордон не Гордон. Но видите, друзья, как мы быстро узнаем всю правду. И так в жизни бывает. Да, с правильным человеком общаемся. Хорошо. Насколько возможно докричаться до той стороны? Так, чтобы услышали. Вы знаете, несколько лет назад я еще был наивный человек, и мне казалось, что можно. Потом один за другим отпадали люди, с которыми было пройдено много лет вместе. Выдающиеся люди, выдающиеся по ту сторону границы. Писатели, артисты, композиторы, поэты, режиссеры. Люди, которые когда-то были суперлиберальными, суперпрогрессивными. Люди, на чьих фильмах мы росли, на чьих статьях мы мужали. Люди, которые своими действиями побуждали нас поскорее расставаться с проклятым советским прошлым. И вдруг эти люди оказались кондовыми имперцами и еще идиотами. Потому что я понимаю так, если есть логика, умный человек всегда ее услышит. Смотрите, вот ложка чайная. У вас нет сомнений, что если я ее сейчас отпущу, она упадет? Нет сомнений. Проверяем. Закон всемирного тяготения работает. Это называется логика. Когда уважаемым моим друзьям из России я в течение 8 лет рассказывал, что происходит на самом деле, я от многих не видел адекватной логичной реакции. Я с ними расставался, потому что в моем понимании эти просветленные, как мне казалось, люди оказались банальными идиотами. А какая была реакция? Реакция была такая. Не, ну, Крым-то надо было войти. Как? Я говорю, так это же территория суверенной и независимой Украины. Не, ну, если бы мы не вошли в Крым, там бы был 7-й флот США. Угу. Я говорю, а вас это... что там был бы 7-й флот США, если бы он там был. Он бы там еще и не был. Вас это Это наша страна. Что хотим, что хотим то и делаем. Был еще миллион, а у вас фашисты. А у вас вообще фашисты.
Я терпеливо объяснял. Скажите, пожалуйста, вот у нас фашистская страна, на ваш взгляд. В этой фашистской стране, бандеровской, президентом Украины избирает 72 или 73% еврея Зеленского. При этом действующий глава правительства еврей Гройсман. А лидер, так называемый лидер оппозиции, так называемый, но тем не менее, еврей Рабинович. Это не выглядит противоестественно, что мы фашистская страна, избираем еврея. Это находились всегда какие-то тупые аргументы, в результате чего я просто терял друзей одного за другим. Легко теряли? Или абсолютно, с сожалением? Абсолютно легко. Нет, никакого сожаления. Никакого сожаления, надо легко расставаться с теми, кто оказывается не тем, за кого ты его принимал. Никакого сожаления вообще. То, что напомню, 73% людей, я вспомнил ваши слова, хотел спросить, вы до сих пор считаете, что все 73% и, как и вы, да, лоханулись, когда выбрали, голосовали за Зеленского? Я считаю, что сегодня во время войны обсуждать президента безнравственно. Если вы думаете, что у меня нет претензий к президенту Зеленскому, я уверен, что есть. Вы ошибаетесь. Я уверен, что есть. Но я не буду говорить ничего о Зеленском сегодня во время войны, кроме того, что он достойно выполняет свои конституционные обязанности. Ну, то есть правильно, что сейчас критиковать вообще... Сегодня критиковать, не сегодня критиковать военных вообще аморально критиковать. Сегодня критиковать власть, которой даже есть много вопросов, это играть на руку врагу. Закончим войну победой, потом тогда поговорим. Будем говорить, рассуждать, рассказывать, доказывать, политическую жизнь возобновлять. Это все потом. Сегодня надо закрыть рты и добиваться победы. Это самая главная задача. Совместными усилиями, да. А только потом да. Разбираться. Да. Да, я тоже считаю, что в основном, что касается хейтеров, что нельзя, чтобы украинцы кидались камнями в украинцев. Сегодня надо это прекратить все. Есть те люди, которые, вот, например, ну, я, наверное, думаю, что есть те люди, которые вас не знают. И вот если бы мы встретили сейчас такого человека, и по обстоятельствам, по ходу действий вам нужно было бы рассказать о себе. Кто вы? Что бы вы ему сказали? Может быть, в трех словах. Зайди в YouTube. А если ему хочется от вас услышать это? Мне не хочется даже рассказывать. Даже не знаете, бездарная начать. Потеря времени. Нет, смысл. Меня как-то остановил полицейский, нет, тогда еще милиционер, гаишник. На машине я нарушил правила, ехал. Остановил меня, смотрит и говорит, дайся я вас бачив. Я извиняюсь, а какое правило вы нарушили? Уже не помню. Десь я вас бачив. Я говорю, ну не знаю. Говорю, не, ну десь я вас бачив. Не знаю. Так смотрит. Ага, вже порушували. Серьезно? Да. Я недавно смотрел, ну, как и миллионы людей смотрели ваше интервью с Арестовичем. Ваше мнение о нем? Вообще, вы дружите? Вы общаетесь? До... Мы не дружим. Было ли общение до интервью? Заочное. Это интервью третье уже, очное первое, а по скайпу мы два интервью записали перед этим. Угу. Это интересный человек. Я охотник за интересными, нестандартными людьми. Вся моя жизнь, вся моя работа в журналистике – это охота за людьми, которые вызывают интерес. Потому что мне самому интересно все нестандартное. Арестович – нестандартная фигура, безусловно. А что подтверждают миллионные просмотры из раза в раз его интервью. Вот кто бы у него не взял интервью, это миллионы просмотров. Да, можно сказать, что Арестович говорит от имени власти. Это все да, но посадите другого говорить от имени власти, просмотров не будет. Он нестандартный, неординарный человек, безусловно. Почему так? Почему он нестандартный? Манера его разговора, его мысли. Его поведение. На него хочется смотреть, его хочется слушать. Многих в сон тянет.
Мне многие признавали, что во время его интервью очень хорошо засыпают, даже те, кто не могли заснуть. Я отлично засыпал. Вот. А он успокаивающе действовал в самое тяжелое время, когда, знаете, когда ставишь... Я месяц, наверное, ставил будильник на 5 утра. Угу. Вот в час-два ложусь, иногда в 3. На 5 ставлю будильник и смотрю лихорадочно, что там, что бомбят, что там, где они, русские и так далее. Вот он успокаивал многих. Это плюс. Угу. Кроме того, я думаю, в нем есть экстрасенсорные способности. Я ему говорил, и вам повторю, я не удивлюсь, если после войны он будет собирать полные залы страждущих, заряжать воду и лечить болезни. Не совсем верю в экстрасенсорную историю, но вот чуйка у него развита. Дураком его назвать точно нельзя. Но это было такое интервью, было забавно на это смотреть. Два таких супер уверенных в себе человека идут по прекрасному городу и делятся мыслями. И делятся, причем пишутся вместе, да. Были ли интервью? Были. Были. Которые вы не хотели, например, либо наоборот, например, может быть, ваша жена отговаривала, вы все равно делали это интервью. Или очень хотели, или вам отказали. Ну, типа, нет, ты говоришь, не буду. Даже мне отказывали, представьте себе. Были интервью, которые меня отговаривали делать, были. И были интервью, которые в результате отговорили делать. А были интервью, которые отговорил? Ну, разные люди. И жена в том числе. В первую очередь. Она человек намного менее дипломатичный, чем я. Я не думаю, что сильно дипломатичный, потому что у меня есть прерогатива, я могу сказать в глаза, и очень часто это делаю человеку все, что я о нем думаю. Но у нее это развито и доведено до больших масштабов, и она непримиримая вообще к отвратительным людям, просто непримиримая. Я могу с отвратительным человеком сесть за стол, она нет. Поэтому она иногда просто на измене была. Вот ни в коем случае. Нельзя, ты не можешь, это плохо и так далее. А было такое, что не прислушивались, типа, говорили спасибо? Было. Но я все-таки это сделал. Было. Но лучше бы прислушался. С кем? Не могу сказать. Было. Вот. Но если по секрету скажете. Даже по никому секрету, не расскажу. Даже по секрету не могу. Но, командир, были... дайте мне новую военную тайну. Предыдущую я сдал, да. Были другие люди, авторитетные для меня, которые говорили, не надо, нехороший человек, не надо его прославлять, не надо садиться с ним даже в один кадр. Угу. Это тебя не будет красить и так далее. Были такие вещи. Были ли, есть ли интервью, которые вы спрятали с YouTube-канала? Ну, которые закрыли специально. Были, которые я не заливал на YouTube-каналы. Таких интервью штук 20. Угу. А прятал, нет, такого не было. Снимал, нет, такого не было. Не заливал, да, штук 20 интервью. По разным причинам. Я вам скажу, даже фамилии некоторые назову. Интервью с покойным Евгением Марчуком. Угу. 5 или 6 часов. Я не поставил, потому что страна еще не готова слушать то, что он рассказал. Когда будет готова, я поставлю. Это человек, который знал все об украинской власти. Евгений Марчук, напомню, был первым заместителем председателя КГБ Украинской ССР, первым председателем СБУ Независимой Украины, премьер-министром, министром обороны, секретарем СНБО и так далее, и так далее. В силу своей деятельности он знал все или почти все обо всех. Достаточно. Или да. Почти всех. И щедро поделился со мной в интервью. В том числе российской агентуре в украинской власти. Вот, поэтому пока не время. Есть интервью с певицей, которая очень меня попросила не ставить это интервью. Она не понравилась себе, как она выглядит. Есть интервью с популярнейшим... Украинская певица? Да. Есть интервью с популярнейшим актером, который приехал на интервью очень пьяным до невозможности. Я вот как раз хотел нас спросить. И это интервью тоже попросил не ставить, и я его не поставил. Я так понимаю, вы лояльно к этому относитесь, потому что вы
по сути, можете выставить, даже если вас попросили не выставлять? Нет. Или нельзя? Нет. Такое? Если, смотрите, я человек слова, и у меня есть репутация. Моя репутация идет впереди меня. Если я хоть раз совершу поступок такого плана, я себя сам буду не уважать прежде всего. Не, ну я его просто не совершу. Если мы договорились, то мы работаем так, как договорились. Как раз говорили параллельно, я спрашивал про жену, а фактически вы партнеры или она как, ну, или подчиненная? Ну, мы, безусловно, партнеры. Она просто для меня очень много делает. Очень много. Это даже невозможно сказать, сколько. Во всех моих успехах я считаю, что большая часть ее, чем меня. Начиная от мелочей каких-то, заканчивая очень большими вещами. То есть она мотиватор? Или... Вот бывает такое, что... Она участник. Участник, да? Она участник непосредственный. А как, вот, например, вы что-то сделали не так? Как она вас называет, ну, там, не знаю, ну, в быту, и говорит там, типа, вот это было плохо. Ну, она меня начинает бить сразу, причем бьет больно. Словесно. Иногда ремнем, была, да? Нет, иногда руками, как даст по лицу бывает, иногда ремнем, вот, обзывает последними словами. Ну, приходится терпеть, что если неправильно поступил, что делать? Никому не хочется та-та-та. А Гордон Меди. Я хотел спросить, это сейчас единственный формат заработка вашего? И чем занимается Гордон Медиа? Во время войны это единственный мой заработок. Потому что все, что я зарабатывал на Ютубе, мне казалось так, детям на конфеты. Это хорошие деньги были. Потому что главный заработок – это недвижимость, аренда недвижимости и... продажа, перепродажа, то есть весь комплекс этого, да. А с началом войны бизнес недвижимости рухнул, его нет. Что сдается где-то еще за какие-то деньги, то уходит на погашение коммунальных платежей, на то, что не сдается. Вот, поэтому сегодня это единственный мой заработок. У меня была система, которая, опять-таки, не была рассчитана на войну. Я не думал, что до такого может дойти. То есть я никогда не держал дома наличные деньги, например. Потому что зачем? Каждый месяц что-то приходит. Я всегда вкладывал в следующую недвижимость. Это был кругооборот. А наличные деньги я вообще не понимал, зачем держать дома. Бактерии. И вдруг, да, и вдруг оказалось, что и денег нет наличных, и прихода нет. Ну, это, конечно, и продать невозможно ничего. Как вы справлялись с этим? Ведь для мужчины очень важно знать, что так, бабки есть, чувствую себя так комфортно, справлюсь. Бывали ли моменты паники? Нет, паники не было. Угу. Бог давал и дает. Деньги – это философское понятие. Они сегодня есть, завтра нет, потом опять есть. Дашь кому-то последнее, кажется, уже тебе вдруг раз приходит. И упало. Угу. Это философия чистая. Деньги – это средство. Это не «ах, ах, мои деньги, буду вас пересчитывать, гладить». Нет, это не моя история. Информационный фронт сейчас, на данный момент. Мы выигрываем или проигрываем? Выигрываем однозначно. Мы выигрываем. Я не могу сказать об украинском государстве. Государство, к сожалению, очень слабо, никчемно ведет информационную войну. Оно и не ведет вообще. То, что мы видим, это все дилетантски, непрофессионально. Подозреваю, что и много денег отмывается на этом. Но отдельные представители, не государственные, конечно, мы видим, как подросли YouTube-каналы разных телеканалов, например. «Украина-24», когда еще была, ну, слушайте, 2,5 миллиона YouTube-канал. «Эспрессо» под 2 миллиона, «Прямой», «Пятый». Отдельные блогеры, многие очень сильно работают. Очень сильно и прекрасно. Опять-таки, YouTube-каналы я видел у Стерненко 1 миллион, по-моему, у Янины Соколовой там много. Но есть еще ребята, чтобы я, Юрий Бутусов, чтобы я никого не забыл. Я с большим всегда... уважением отношусь к людям, добившимся результатов. Вот все, кто работают на Украину, блогеры, все достойны
поддержки государства, хотя государство ничего для них не делает. Но им это и не надо. А у меня очень выросли тоже подписка и просмотры. Сегодня у меня более 10 миллионов подписчиков в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, в Телеграме, в Фейсбуке. Более 10 миллионов подписчиков. Это абсолютно первый результат на всем постсоветском пространстве. Нет никого общественно-политических блогеров, ни одного человека, который бы имел больше, чем я, подписчиков. Плюс сайт «Гордон», который в день от 1 миллиона до 1,5 миллионов уникальных пользователей читает. Это огромная мощь. Вот, и великая ответственность. Ответственность. И Россия мне дала 6 орденов за это. Не будем забывать, которые я ношу на груди. Самые большие мои ордена. А у меня других и нет. У меня ни одного ордена и медали нет, и не надо. Но Россия 6 орденов дала. Сначала уголовное дело по 3 или 4 статьям. Угу. Затем внесение в реестр террористов и экстремистов. Запрет моих книг на территории России. Объявление в розыск, объявление иноагентом и, наконец, 6-й заочный арест. Ни против одного из граждан Украины за всю историю независимой Украины такой комплекс мер не применялся. Поэтому я не зря живу, я в этом уверен. Ну да. А если что, вот он. Поймали. Мы здесь. Да, мы здесь. Дорогие друзья, до полномасштабной военной агрессии, которую развязала против независимой Украины фашистская Россия, до 24 февраля этого года наш сайт «Гордон Шоп» работал в полном объеме. Там продавались различные сувениры, сувенирная продукция с моим изображением. Но во время войны я посчитал неуместным заниматься рекламой этой продукции, когда есть намного более серьезные вещи, чем продажа чего бы то ни было. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня мы с вами будем заниматься по-настоящему полезным и важным для Украины делом. Я с большой ответственностью всегда подхожу к тому, что необходимо для нашей армии. И я очень избирателен в этих вопросах. Я люблю адресную, конкретную помощь. То, чем я занимаюсь с начала российской полномасштабной агрессии. Мы связались с высшим военным руководством Украины и задали вопрос, что сегодня очень нужно украинской армии для скорейшей победы над врагом. И нам ответили – дроны. Конкретно дроны. В конкретную бригаду, которая будет применять их по назначению. Эти дроны называются DJI Mavic 3 Fly More Combo. И эти дроны мы с вами будем покупать вместе на деньги, собранные от продажи моей сувенирной продукции. Я и так их покупаю сам, эти дроны. Но сейчас я предлагаю и вам присоединиться к этой благородной миссии. Что вы можете приобрести в магазине «Гордон Шоп»? Я сейчас покажу. Вот такая подушка. Вот такая. Вот такая. Еще одна подушка. Вот такая. Еще одна подушка. Вот такая. Вот такой пакет. Он двусторонний. Вот так раз и два. Футболки. Вы видите на мне футболку. Это из новой коллекции. Есть такая футболка белая. Вот такая. Далее. Знаменитая фраза, которая была сказана мной на третий день войны и стала одним из главных мемов войны. Я не хочу ругаться матом в эфире. В общем, она о том, что идите к черту отсюда, плохие люди. Такая же футболка точно украинскую мову, такая же футболка точно беленькая и такая же футболка точно беленькая украинскую мову. Про плохих людей. Футболка с известным мемом Барак Обама.
Худи про кадык показывать тоже особо не буду, чтобы никого не смущать. Тут есть пару нехороших слов. Футболка беленькая про кадык. Футболка черненькая про кадык. Ну и украинскую мову теж, звичайно, про кадык. Обычная вот такая футболка беленькая. Такая же футболка черненькая. Вот такая футболка. Это что касается футболок. Сумочка. Вот такая сумочка. Очень, кстати, популярная у нас в Гордон-шопе. Дальше. Шампунь от волос. Вот я таким шампунем всегда мыл голову. Посмотрите. На самом деле от этого шампуня волосы растут. Сейчас я им не мою голову, чтобы у меня волосы не выросли, потому что имидж придется менять. Мне это ни к чему. Наклеечки разные. Это у нас маска. Вот так. Актуально во время коронавируса. Это для мобильных телефонов. Носки фирменные. Называется «Стиль Гордона». Вот такие носки. Шарфик красивый. Тут про кадык все, в общем. Про все. Такой шарфик. Новогодние шарики у нас есть. Пахучий Гордон. Ароматизатор для машины. Свечечки вот такие. Не стесняюсь. Игра «Мафия». Здесь у нас очень интересная такая штучка для губ. Называется «Поцелуй Гордона». Это кружка. Это очень интересная кружка. Я сейчас вам покажу, что с ней происходит, когда наливается в нее горячая вода или горячий чай. Ну вот, что происходит с этой обычной, смотрите, неприметной с виду черной кружкой. Мы наливаем туда или горячий чай, или просто кипяток. Вот так наливаем. Раз. Раз. И ждем. Но не у моря погоды, а того, что произойдет с этой кружкой. Ну вот уже начинает происходить. На ваших глазах. Чудеса. Вот такая чудо-кружка. Шоколадки. Фирменные шоколадки Гордон. Это у нас черный шоколад. И это у нас молочный шоколад. Сделаны они очень оригинально. Вот видите, в виде клатчей. Раз, раз и шоколадки. Очень вкусные. Многие думали, что я шучу, когда я сказал, что я выпущу яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. Но я никогда не шучу и никогда не обманываю. Поэтому я выпустил яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. Это хит вообще продаж. Это сегодня номер один по раскупаемости. Вот, посмотрите. Пирамида золотая. Золотая пирамида. В ней яйца Гордона. Ну, не просто яйца Гордона, а в шоколаде, естественно. Друзья, также вы сможете приобрести в магазине Гордон Шоп книги, которые я написал в разные годы с моим автографом. Для этого нужно будет только написать, кому подписать книгу, имя, отчество. Эти книги вы сможете увидеть прямо у нас на сайте и заказать себе такую, которую вы захотите приобрести. Ну и, наконец, эксклюзивный товар. Такого вы еще не видели. Половые коврики с изображением русского фашиста, международного военного преступника Владимира Соловьева. Об эти коврики можно вытирать ноги. И такой коврик у нас есть. И вот такой коврик у нас есть. Вот такой. И вот такой коврик у нас есть. Но это эксклюзив вообще. Вытирайте ноги. Об это даже не назову его лицом. Вытирайте тщательно. Вот наш ассортимент. Давайте все вместе
поможем украинской армии купить дроны, которые и так необходимы. Давайте приблизим нашу общую победу. Слава Украине! Хотел спросить по поводу канала Украины. Что произошло? Ничего хорошего для украинских зрителей, для свободы слова в Украине не произошло. Произошло как раз плохое. Все очень просто и банально. Власть захотела принять закон об олигархах, вследствие которого, если ты не хочешь попасть в реестр олигархов, а это больно для любого, потому что там ряд проблем будет, ты должен или прекратить политическую деятельность, или избавиться от медиа, или и то, и другое. Ну и все. У нас средства массовой информации, телеканалы, были в руках богатых людей. Это естественно для любой страны мира. Потому что и Берлускони, и Блумберг, и еще можно назвать кучу фамилий, они все не бедные люди, которые владеют в западных странах телеканалами. Кто имел телеканалы? Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Фирташ, Дмитрий Фирташ, да. Еще кто-то. Ну и это плохо, в общем-то, потому что если большинство каналов поддерживало власть, то каналы Рената Ахметова почему-то называли вещи своими именами. И это плохо было для власти. Поэтому решили принять закон об олигархах. Угу. Приняли. Ну, чем закончилось это все? Власть рассчитывала, что олигархи, те, кого она считает олигархами, придут и скажут, мы будем лояльными, вычеркните нас из списка. Ну, Ренат Ахметов взял и сдал лицензию. И нет телеканалов больше. И власть что-то не торопится принимать список олигархов, потому что остальные, видно, уже там порешали вопросы. И закон под Ахметова принимали, и под Порошенко, я догадываюсь так. Ну, если людям нравится, что нет канала Украина, канала Украина 24, ну, прекрасно. Украина никогда не потерпит посягательств на свободу слова. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Это однозначно будет все хорошо. Имена, которые вы назвали, вы с ними дружите, общаетесь? С кем-то дружу, с кем-то общаюсь. Я помню, вы говорили, что у вас есть номер телефона Ахметова. И вы можете в любой момент... У меня есть номера телефона Виктора Мойского и... Вы можете в любой момент набрать. И Пинчука, и Порошенко, и многих у меня есть номера телефона. И могу в любой момент набрать любого. Можно сейчас? Сейчас? Вы удивитесь, у меня нет телефона. Вы думаете, сигнал читается здесь? А вы знаете, я вам скажу. Нет, конечно, читается. В целях безопасности у меня нет телефона. Серьезно? Да, у меня был кнопочный телефон всегда. Угу. У меня не было айфона даже. Вот, так... я пришел к вам. Вы же видите, что у меня нет телефона? У вас есть iPad. iPad, я читаю новости там. А как вы звоните? А я не звоню. Вам звонят. Только куда? Куда-то звонят. Куда? Тогда как вы можете набрать в любой момент Рената Ахметова? Ну, я же сказал вам, что я могу набрать не только Рената Ахметова, я могу многих набрать. Вы выезжали хоть раз, вот час войны, вот сейчас, выезжали за пределы Украины? Было такое еще? Ни разу, да? Ни разу. Я 7 месяцев не видел своих детей. А папу не видел, которому 85 лет, скоро 86. Стоп, ему 36-го года, ему скоро 86, правильно. Ни разу не видел за 7 месяцев. Угу. А почему? Ну, вы же можете выехать. Могу. Мне стыдно, скажу вам честно. Мне стыдно, но знаете почему? Почему я должен уезжать со своей земли, со своего города? Угу. Меня это подрывает как-то, мне это взападло. Я мог уехать в любой день. Официально, потому что маленькие дети. Но стыдно. Стыдно. Ни разу не выезжал. Да, это как я, имея изначально билет белый. Я даже не знал, что он у меня есть. Что он белый. Что он у меня белый, да. Я все равно пришел в военкомат и сказал,
отправлять на войну. Хотя дочь, за дочкой скучаю, тоже 7 месяцев я не видел. Я не знаю, это тяжело для любого мужчины. Вы знаете, чем дальше, тем тяжелее, потому что поначалу оно казалось как-то, поначалу даже не до мыслей было таких, да, потому что такое напряжение было нечеловеческое. А потом уже по мере того, как начала стухать опасная фаза такая для Украины, опасная, которая была первые пару месяцев, ну, конечно, уже думаешь немножко и о другом тоже. Ваш подход к интервью поменялся? Да. Раньше я делал портреты. Мне важно было человека максимально раскрыть со всех сторон, показать время через него, эпоху, его друзей, выдающихся и так далее. Его самого, разумеется. Сейчас все интервью, вот все интервью вокруг войны. Потому что это поглощает все мысли, это заботит больше всего. Все, ну, что я сейчас буду делать интервью с кем-нибудь актером и спрашивать его о его ролях? Это какие роли, какие актеры, когда такое творится? Я всегда иду за тем, что меня волнует и что мне интересно. Меня волнует война, и мне интересна только война. Ваше мнение по поводу войны? Есть ли такие какие-то предсказания у вас? Я в свое время несколько вещей сказал, высказал свою точку зрения. Все что-то решили, что это предсказание. Но все сбылось. Я сказал, что чемпионат мира в России по футболу не состоится. И он не состоялся. Разве то, что прошло там, можно назвать чемпионатом мира? Я сказал, что Крымского моста не будет. Похоже, не будет. Я сказал, что «Северный поток-2» не запустят. Его не запустили. И не запустят уже никогда. Вы это говорили просто? То есть, исходя из каких-то логических, может быть? Исходя из того, что мне говорили люди, которые несут информацию, исходя из анализа ситуации, я не мог себе представить, как можно в стране, которая является агрессором, проводить чемпионат мира по футболу. Ну, не мог представить просто. И я не понимал, как можно «Северный поток-2» запускать со стороны Германии. Ну, это за гранью добра и зла. Согласен. Вот. Крымский мост строить тоже пытались давно построить, но все ж под воду уходило. Но если говорить о войне, о том, когда она закончится, это же главный вопрос, который волнует всех. Я повторю то, что я говорю уже все эти 7 месяцев. Она может закончиться завтра. Вот просто завтра. Например, Путина не стало, и война тут же заканчивается. Вот в ту минуту, когда Путина не будет в Кремле, то ли он умрет, то ли будет убит, то ли что-то еще произойдет. Вот в ту минуту, как его не будет в Кремле, война заканчивается сразу. Потому что кремлевские элиты не собираются воевать и не собираются и дальше тырить бабки у своего тупого народа. Если бы он сидел сейчас прямо тут с нами, что бы вы ему сказали? Или говорили бы вы с ним? Вы знаете, я одно время хотел сделать с ним интервью, даже предлагал 100 тысяч долларов тому, кто устроит это. Мне не интересен, он вызывает отвращение. Это паскуда просто, мразь, мерзость, понимаете? Я не хочу с ним ни сидеть рядом, ни интервью брать. А единственное исключение может быть интервью во время процесса типа Нюрнбергского, который будет проходить в Киеве, или в Харькове, или в Мариуполе, или в Чернигове, где угодно. Поэтому война может закончиться завтра, может закончиться через несколько лет. Непредсказуемая история. Я когда спросил, если бы сидел сейчас этот тут с нами. Ну, было бы хорошо, чтобы он сидел. Не да, с нами, а просто сидел. Сидел, было бы прекрасно. Лучше бы лежал. NFT Супер Гордон. Крыса Путин пошел вон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT-коллекции Супер Гордон. Всего 3500 ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супердронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть
с территории Украины. Заходите на сайт supergordon.nft.com и следуйте простой инструкции. Каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT? Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Supergordon. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В Инстаграме на Supergordon.nft и в Телеграме на канал Supergordon. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Я сразу подумал, а вообще, если бы сейчас можно было предложить вам интервью с любым существующим, уже не существующим, машиной времени воспользоваться, одним человеком, неважно, в какое время он жил, у вас была бы такая возможность, с кем вы хотели бы снять интервью? Ну, со Сталиным интересно было бы поговорить, конечно. Хватает личности. Сталин интересен. Какой бы такой один вопрос к Сталину вы задали, который был бы для вас прям важен, интересен? Обязательно было уничтожать десятки миллионов соотечественников, физически уничтожать, и тем самым обрекать свой народ на отрицательную селекцию? Или были другие варианты? Это я экспромтом. Интересно, что бы он ответил. Есть хороший русский? Он бы закурил трубку. И промолчал бы. Есть хорошие русские? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Это... дети, когда только родились? Нет, почему? Мы утрируем. Не может быть весь народ плохой. Я не верю в плохие народы. Я верю в засилье подонков среди народа, да, отдельно взятого. Вот. Но в то, что вот весь народ плохой, это сейчас сказать, все буряты плохие. Ну, на каком основании? Мы видели плохих бурятов. Мы видели отвратительных бурятов. Но это не значит, что бурятский народ сам по себе плохой. Точно так же русский народ. Подонков много, зашкаливает количество их, но есть абсолютно героические люди, которые выходят на одиночные пикеты, садятся в тюрьму, которые выступают против Путина, которые уезжают в конце концов. Ведь сотни тысяч русских уехали из своей страны, чтобы не жить в застенках. Угу. Их тоже можно назвать плохими. А Шендеровича можно назвать плохими? Или Галкина? Или актера Белого, который просто уехал и такое сказал, такие слова сказал об украинцах, о Путине. Или Смолянинов Артур, актер, который дал интервью Гордеевой и так высказался, как честный человек. Разве можно его назвать плохим русским? Нет, конечно. Во время подготовки к интервью мы смотрели с Борисом Немцовым по поводу ядерного удара. Просто, так, знаешь, со грубо. По-советски. Да, по-советски, да. Верите ли вы в то, что это может произойти? Нет, не верю. Нанесение ядерного удара по Украине невыгодно китайцам. Они не дадут Путину развязать ядерную войну. Не нужна китайцам ядерная война в Европе. Раз. Второе. Россия отсталая страна. Если можно ее страной еще назвать. Я считаю, что такой страны больше нет. Для разведки Соединенных Штатов Америки, для спутников, которые висят над нами и видят, что мы пьем чай в настоящее время, секретов по расположению ядерного оружия России нет. Они все знают. Как только чья-то рука потянется к этой красной кнопке, потянется только, будут нанесены превентивные удары по всем объектам. Не успеет никто взлететь даже. Поэтому я не верю в ядерную войну. И Путин слишком хочет жить, чтобы что-то развязывать. И даже если он скажет «нажимайте», не факт, что нажмут. Мне кажется, его никто не послушает. Мне тоже так кажется. Невзоров и паспорт его. Стоило ли давать? Да, конечно. Конечно. Александр Невзоров – самый популярный журналист в России, из российских журналистов. Когда был он российским еще. Угу. Сейчас он украинский, ну, да, журналист. Номер один. За ним уже там, Соловьев, Скобеева, Ксения Собчак. За ним. Он самый популярный. Человек так борется за Украину. Человек уехал из России. Он имеет такое влияние
Мы что, не можем наших друзей делать украинскими гражданами? Да это наша обязанность вообще. Человек борется за Украину против Путина. Я вообще считаю его гениальным человеком. И я фанат Александра Невзорова. Я считаю его выдающимся журналистом. И я одобрил этот шаг. Я вам скажу больше. Олеся Бацман имела непосредственное отношение к тому, что Александр Невзоров получил украинский паспорт. Что имеете в виду? Когда-нибудь он сам об этом скажет. Я не имею права разглашать какие-то вещи. Умеете вы интриговать? Я говорю правду. Но еще время не пришло говорить какие-то подробности. Почему такая реакция общества была? Потому что многие не имеют информации той, которую имели другие люди, которую имел президент, в частности, по деятельности Александра Невзорова. Много завистников есть, банальная история. Главный герой войны для вас кто? Главного героя войны одного нет. Для меня есть несколько главных героев войны. Это в первую очередь украинский солдат. Это президент США Байден. Это премьер-министр Великобритании Джонсон. Это главные герои войны. Вот вам три главных героя войны. Украинский солдат, Байден и Джонсон. А Зеленский? Зеленский один из героев войны. Я не назову его главным героем войны. Потому что если расставлять приоритеты, то мы их расставим. Украинский солдат, украинский народ, я бы еще сказал. Байден и Джонсон. Затем Зеленский. Затем еще целый ряд людей. Затем. Потому что без украинского солдата не было бы... Я сейчас защиты. Объясню свою точку зрения. Нет, она проста. Не было бы защиты. Без украинского народа не было бы стойкости этой. Без Байдена и Джонсона не было бы вооружения и денег. То есть стойкость у нас может быть, но нам нечем стрелять. Но вы не считаете, что... Зеленский объединил народ. Я считаю, что украинский народ объединили Владимир Путин и Владимир Зеленский. И опять-таки, чтобы не было кривотолков, я расшифрую. Никогда еще украинский народ не был таким единым, да. Запад и Восток, Юг и Север, Север и Юг, как после нападения Путина на Украину. Поэтому Путин для объединения украинского народа сделал больше, чем вся украинская власть за все годы независимой Украины. Владимир Зеленский, у него есть две основных заслуги во время войны. Первое, он не убежал, хотя мог. Второе, он проводил бесподобно международную политику. Коммуникация с западными лидерами, коммуникация с украинским народом на высочайшем уровне. Это его огромная заслуга в этом. Но этого было бы недостаточно, решительно недостаточно, без украинского солдата, украинского народа, Байдена, Джонсона, дальше поляков, эстонцев, латышей, литовцев, словаков, румынов и так далее. То есть это уже все дальше. Угу. Я приоритетность, мне кажется, правильно расставил. Ваше мнение, поэтому оно, значит, оно и правильно расставлено. Да, вы меня спросили... Знаете, как говорится, вы не ошибетесь, если... Вы меня спросили, я сейчас подумал, это экспромт, и я ответил на этот вопрос. Класс. Как вы относитесь к алкоголю? Я так резко... Не то чтобы у меня тут водка стоит или коньяк, просто... Вы знаете, первые два месяца каждый день водку пил. Серьезно? Серьезно. Без мне водки, наоборот, у меня первые два месяца полное отвращение без было. Без водки смотреть на это все было невозможно. То есть, если говорить никому о... Никому не рассказывал этого. Да? Угу. А водка – это приоритетный напиток для вас? Я сейчас как бармен спрашиваю. Зависит от времени года, от компании. Или я сами, могу пить... или с кем-то? С друзьями. Я могу пить водку... Вино красное, вино белое, текилу, граппу, самогонку могу пить. Угу. Что еще могу пить? Шампанское не очень люблю, могу, но не очень люблю. Ну, по сути, вы перечислили все, кроме настоек. Коньяк, ну так, можно, но не фонтан. И виски могу под настроение тоже.
Пиво не пил 7 месяцев, не поверите. Любил пиво? 7 месяцев ни разу не пил пиво. Почему? Не знаю. Руки не дошли. Было ли такое, что вам было стыдно за свое пьяное поведение? И вообще герои во время интервью пьют у вас? Вот у меня такой складный, цельный такой вопрос из нескольких вопросов. Как говорит мой друг, у меня все пьют. Кто этот друг? Вы его не знаете, он неизвестный человек. С некоторыми героями интервью я пил. Сейчас так во время интервью? Во время. Сейчас так вспомню. Александр Гордон, кстати, о котором вы вспоминали, с ним пил. Поплавский, Богдан, Лолита. Мне кажется, Лолита, лучше вспомнить, сколько дней она... какие дни она не пьет. Ну, не знаю. Во время интервью мы пили вино. С Олей Поляковой пили вино во время интервью. Ну, так бывало, да. Было ли мне стыдно? Ну, даже когда я напивался, я не делал ничего, за что потом было бы стыдно. Я не агрессивный, не злой. Очень добрый, спокойный. Контролирующий себя. А было ли такое, что вам... Ну, давайте так. Дрались ли вы? Когда выпью? Вообще. Ну, вообще, конечно, но когда выпью, нет. А по молодости? А по молодости я давно не дрался. Это победа или это был поражение? Когда как. Когда как. Как относитесь к поражению? Ну, философски. Любое поражение – это шаг к победе. А как относитесь к победе? По-философски, любая победа это есть шанс на... предвестник поражения. Было ли такое, что вы... Было. Сколько раз? Неоднократно. Что вы хамили героям? Или агрессивно было, отвечали? Было. Можете сказать кому? Могу сказать. Хамил Елене Бондаренко. Это вошло в эфир? Да, да, это вошло в эфир. У нас было два эфира. Раз я у нее брал интервью, раз она у меня брала интервью. А почему? Ну, тупая курица, ватная. Не нравится она мне сильно. Ватная, вот такие, как она, привели войну. Вот, кому-то еще хамил. Ну, вообще для меня это нетипичная история, чтобы я хамил кому-то во время интервью, но... А если человек не нравится? Ну вот, да, там во время интервью вы понимаете, что он вам не нравится. И если такое, что эмоции возглавляют над вами, и вы это показываете, вы можете там больше съязвить, да, уколоть. Бывает. Мы уже говорили ранее про Бориса Немцова. Вспоминаете ли вы о нем? Да. Да, я его иногда вспоминаю, мне его очень жалко. Это было солнце. Солнце. Замечательный парень был. Солнечный, красивый. Красивый, просто красивый человек. Такая редкость, когда и внешность красивая, и поступки красивые, и сам такой, и улыбка, и обаяние, и внутренний свет такой, знаете, от него шел. Красивый человек был. Каких героев еще вспоминаете? Своих. Вы знаете, у меня больше 1200 героев. И среди них было немало достойных. Я периодически вспоминаю много кого. Потому что, ну, мне удалось создать энциклопедию жизни этой большой, огромной страны, неповоротливой, дурной Советского Союза. За все ее 70 лет существования и постперестройка, и уже суверенные государства. Все-таки целый пласт мне удалось с помощью моих героев отобразить. Учебник истории с их помощью, я уверен, что написал. А дальше его надо читать. Он в Ютубе практически весь, в бесплатном доступе. Порой зацепишься за какое-то интервью, оторваться не можешь. Думаешь, блин, как интересно. Ведь когда ты их берешь, я вообще так устроен, что я... часто не очень слышу, что человек говорит, как он отвечает на мой вопрос, потому что я уже думаю о следующем. А потом, когда не спеша можно вот так посмотреть, думаешь, блин, какое классное интервью. Как классно говорит. Какие мысли. Это даже повторно приятно, я так понимаю. Как они актуальны. Ну, это интересно как зрителю мне. Я как зритель рассуждаю. Какие слухи, самые невероятные слухи о себе
вы слышали? Собираете ли мемы? Потому что их же много. Слухов не знаю, как-то слухов особо и не слышал никаких. Мемы. Мемов много. Барак Обама знаменитый мем. Там. На сегодня. Я на самом деле, я пропустил этот момент. Виктория сегодня показала его. Я смеялся очень долго. Ну, это мем года был, что вы. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. Главный мем войны пиз... ходит сюда, ебать, расы. Сказанный в эфире канала «Дождь» на третий день войны в адрес российской армии. Ну, это тоже, я вам скажу, такой мем прикольный. Люди мне шлют футболки там, с этой фразой. Ну, это прикольно. Мемов много, довольно-таки много. А слухи все-таки? Или оно... Как-то... Вообще, хейт же есть? Хейт, да, хейта много. Хейта есть много. Какой-то такой вот хейт, который все-таки вас, может, торкнул? Или... Не, я с любовью отношусь к хейту. Мне это нравится. Я люблю, когда я начинаю смеяться. Видите, это моя обычная история. Когда обо мне плохо что-то говорят, какие-то сюжеты, если это талантливо еще сделано, я могу по креслу сползать от смеха. Ну, это же говорят. То есть я к хейту отношусь. Вы знаете, у меня нет комплексов неполноценности. Я давно себе сказал, что или ты будешь ярким, и тебя будут хейтить, или ты будешь серым, и никому не будешь нужен. Поэтому я выбрал первое. Ярким, и пусть хейтят. Хейтят, и нормально. И сколько нынче стоит хейт? Ну, в зависимости от уровня хейтящих. Хейтящих. Да. Недавно прочитал несколько хейтов. Ну, не хейт, это как комментарий, что вы человек Ахметова. Слышали такое? Слышал такое. Я вынужден признаться вам в том, что на самом деле Ахметов мой человек. Прошу вас никому об этом не говорить, пускай это будет между нами. Хорошо. Он у вас на зарплате? На большой. Дружеской, да? Вы знаете, я могу согласиться с тем, что я человек Ахметова. Потому что, когда ты с человеком дружишь, то ты его человек. Ты являешься его человеком, и он является твоим человеком. Я счастлив дружить с ним, потому что это выдающийся человек, великий человек. Украина еще не понимает, кто это, но я уверен, что она это поймет. Какой у вас сейчас распорядок дня во время войны? В 22 часа у меня еще одно интервью. В 24 или в 00 еще одно интервью. По скайпу. То есть это значит, что засну я где-то в 2-3 ночи. А засну в 2-3 ночи, значит, надо будет мне проснуться, ну, часов 9, не в 7, чтобы потренироваться нормально, без помех. А есть какие-то традиции? Есть. Традиции какие? Ваши личные. Например, у меня мирное время. Я всегда в час дня пил кофе в определенном месте. Если я находился, например, в Одессе. Нет, это традиции. Мелочи. Нет, я не пью кофе. Правильно делать? Все как у всех? Все как у всех, но чуточку лучше. А это одесский ответ. Есть герои? Одесский ответ, но чуточку хуже был бы. Да, чуть-чуть. Знаете, как говорят. Будем посмотреть. Грошик любит плач. Есть ли герои, которых вы заблокировали во время войны? Герои... Ну, которые у вас были. Да. Да. Кто? Не хочу. Я с этими людьми дружил. Они мне не позвонили в первые 2-3 дня войны. Не спросили, жив ли я, как я себя чувствую, все ли у меня нормально. Они с Украины? С России. А вообще не позвонили, не поинтересовались. Тут по Киеву бегали ДРГ с моими портретами. У меня было очень много мер безопасности, остается до сих пор. Не позвонили, не спросили. Поэтому я их мысленно заблокировал, не поддерживаю с ними никаких отношений, не буду поддерживать. Вы ходите с охраной? Нет, охрана ходит со мной. Ну, знаете, взагали с вами очень легко.
Несложно. Несложно. Любимое блюдо? Зависит от времени года. Лето. Гаспачо нравится. Очень нравится летом гаспачо. Правильно приготовленное, остренькое такое. Я просто с другом поспорил, что похудею до 3 октября. На сколько? На 3 килограмма 200 грамм мне осталось. Осталось 3 килограмма 200 грамм? Да. А... Он мне поставил задачу, я должен похудеть до 90 килограмм. У меня сейчас 93-200. Я вот думаю, я сначала подумал, как это мы так резко перешли на диету, потом понял, что вы сказали гаспачо. Да, надо вот кровь из носа мне 3 октября. Если проиграете, что будет? Я даже не думаю о том, что я проиграю. У меня нет, а вдруг? У меня нет такой опции. Но есть условия? Или просто вы поспорили, сказали, есть он сказал, условия, что не сможешь? Есть условия. Я ему сказал, ну, вы скажете, что вы меня очень уважаете. Угу. Сказал, да, достаточно. То есть вы с ним говорите на «вы»? Это да, кто? Мы разговариваем на «вы» с ним. Это кто-то знаменитый? Да, очень знаменитый. Да, без фамилии. Знаменитый без фамилии. Очень знаменитый, да. Вы волнуетесь о своей внешности? Вообще? Нет, нет. Дело в том, что у нас соревнования постоянно с друзьями проходят по бегу и по ходьбе, и по отжиманиям. И чем меньше я буду весить, тем легче я буду бегать. А поэтому вот это взаимосвязано. Вот я сейчас комбинированно прохожу и пробегаю на дорожке за час 8,5 километров, а надо бы 10. А для этого надо меньше весить. Болели за Усика? Да, конечно. Вы с ним знакомы? Да. Да. Какое следующее интервью? С кем у вас будет интервью? Кого вы будете брать интервью? У меня есть примета. Я никогда не говорю, у кого я буду брать интервью. Всегда говорю, у кого взял, потому что несколько раз, когда я говорю, вот завтра будет у меня интервью с кем-то, срывалось. Ага. И я уже не говорю, с кем будет, говорю, с кем было. А когда придет время для публикации интервью Марчука? Марчука? Я думаю, еще несколько лет надо подождать. Прям настолько? Да. Да. Оно очень острое. Я буду ждать с нетерпением, конечно. Ну, так бы, наверное, может быть, даже не подумал бы об этом. А в таком контексте. Почему у вас так... мало конкурентов в этой стране, как вы думаете? Ведь реально вы... У меня немало конкурентов. Их нет. У меня нет конкурентов. А почему, не знаю. Это не ко мне вопрос, а к ним. Мне бы хотелось, честно говорю, чтобы кто-то ноздря в ноздрю со мной шел и дышал тяжело. Мне в затылок лучше, чтобы не я ему. Вот. Но пока как-то... А есть кто-то, кто... Это бы меня стимулировало бы. У вас есть недостатки? Да, конечно, как у всех. Я чересчур очаровываюсь людьми часто. Угу. В общем, бывает, ну, болван болваном, очаровываюсь им, потом оказывается болван, все-таки думаю, как ты его не разглядел, а что ты так? Не всегда, может, бываю внимательным к людям. Вот есть у меня примеры среди моих друзей. Вот у меня один друг, например, очень влиятельный, богатый человек, он всегда своих гостей встречал и встречает на улице. Я вот приглашал к себе раньше людей, да, в дом. Вот мы сидим дома, ждем гостей. Да, а он встречал их, на улице. Их приведут, а он встречает и провожает на улице. Я с тех пор встречаю и провожаю гостей на улице. Это же так просто, казалось бы, да? Ну, какой знак уважения. Мне захотелось точно так же делать. Много вещей, к которым приходишь со временем. Знаете, с возрастом. Приходишь к тому, что надо не стесняться говорить людям хорошие вещи при жизни. Просто так. Не по случаю дня рождения. А просто так. Сказать теплые, хорошие слова в глаза. От тебя же не убудет, а человеку приятно. Человек летать будет. Какие недостатки еще? Имея возможность со вкусом одеваться, не всегда со вкусом одеваюсь. Вкус иногда подводит.
Это вам просто кто-то говорил, или вы потом сами это понимали? У меня так устроено все в жизни, что мне любой человек, с которым я общаюсь, может сказать, ну, как ты вырядился, посмотри на себя. Ну, что это такое? Посмотри. Я, ну, сегодня был удивлен белым штанам, учитывая погоду. Вот видите, я же вам говорю о своих недостатках. Вы платили когда-нибудь героям за интервью? Да, конечно. Конечно. Максимальная сумма? $10,000. $10,000. Да. Я платил, знаете, когда вот до 2013 года, до начала войны, когда много ездил в Москву брать интервью у пожилых актеров часто, да, вот им платил, потому что для них это было единственное средство заработка, такое интервью, когда кто-то берет, и они говорили, вот я хочу за деньги, ну, пожалуйста. От 1000 до 10 и мне платили. Чаще платят? Нет, платят за интервью редко. Платят часто за участие, не часто, а всегда за участие в форумах, там, во всяких акциях таких, да, это платят. У вас много персонала? А штатка ваша большая? Хватает. Хватает, да? Да, не все можно говорить. Вам хочу сказать честно. Все остальное было не очень честно. Нет, нет, сейчас уже после... Вот мне было очень... Ну, вот Виктория знает. Я боялся интервью с вами. Не, ну, не то чтобы боялся. Вы такой большой. Как вы можете бояться? Я вообще трусливый чувак, честно. А, понятно. У вас такие мышцы, я такие на, татухи. Я на передовой служу, чтобы сам себя стимулировать, знаете. Это говорит о вашем чувстве юмора и отсутствии комплексов. Потому что вообще, на вашем месте другой бы сказал, я бесстрашный Рэмбо. Но двоякое было... Двоякие мысли по поводу вас. Ну, лишь бы не троякое. Это редкость. Знаете, как отварное яйцо. Действительно. Ну, я рад, что... Не так страшен черт, как его малютка. Малютка. Так что, да, огромное спасибо. Спасибо вам. Класс. Спасибо.